Для обеспечения безопасности избирателей в связи с коронавирусной инфекцией было принято решение об обустройстве двух участков для голосования, находящихся в медицинских учреждениях, на открытом воздухе. Так, участковая избирательная комиссия номер 1304 расположилась во дворе у детской поликлиники. Мы рассчитываем, что граждане вот уже даже сейчас, по первому дню, мы видим, что все подходят, интересуются, очень многие хотят проголосовать. Поэтому я думаю, что все-таки эта активность, она будет на протяжении всей избирательной кампании. Ну и 1 июля, конечно, будет финальным, завершающим. Участок будет работать до главного дня общероссийского голосования 1 июля включительно. Первые избиратели начали приходить сюда еще утром. Как и в любом другом месте для голосования, здесь обеспечены все меры предосторожности в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. И у нас здесь и средства индивидуальной защиты выдаются при входе. Здесь, пожалуйста, любой избиратель может подойти, продезинфицировать руки, получить одноразовую ручку, перчатки, маску и пройти дальше, соответственно, получить бюллетень, те же самые кабинки для голосования и опустить свой бюллетень в избирательную урну. Голосование, растянутое на неделю, также направлено на уменьшение количества избирателей, находящихся одновременно на участке. При этом появилась возможность выбрать удобное для себя время и в течение 7 дней принять участие в голосовании. Мы пришли на участок, нам вручили средства защиты, все объяснили, висят плакаты, все доступно. Все прекрасно, все хорошо. Нет, это когда много народа, стоишь, ожидаешь, когда этих обслужат, до тебя очередь дойдет. Поэтому нет, все прекрасно, хорошо, ребята, спасибо. Всего в Ленинском городском округе работают 63 участковые избирательные комиссии. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.